Видели ли вы когда-нибудь электропогрузчик? Огромную машину на таких маленьких колесах. 2000... Это машина предназначена, чтобы поднимать в ленте на стеллажи водку. Я мечтал о погрузчике, я не мечтал о Феррари, я не мечтал о Ламборгини и даже не мечтал о Лазе. Я мечтал о погрузчике. И вот я наконец на него накопил. Я пошел не в автосалон, не в BMW, не в Mercedes. Я пошел в John Deere и там купил автопогрузчик. Я пришел домой. Я сказал своей девушке, пойдем прокатимся. Она мне сказала, конечно, милый, я всегда за любой кипиш пошли. Я вставил ключ в зажигание. Я посмотрел назад, я посмотрел вперед, я посмотрел налево, я посмотрел направо. Но это было совершенно бесполезно. Она попала под колеса. Вы знаете, сколько весит погрузчик? Я нажал на газ на первой передаче и на задней передаче. На задней передаче бы запищал передатчик. Хрустнул первый позвонок, хрустнуло сухожилие, хрустнул ее череп, ее мозг разлетелся на 20 метров, размазался по бетонному забору. Я его собирал, я его отстирал. Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, чем я занимался с ней этим вечером. Так, что у нас?